Сами дорогие, попереди него две струны, голова коня, не случайно наверху, да. Струны у него сделаны из конского волоса. Для тех, кто разговаривает очень громко, можно потише чуть-чуть, да? Наверное, слушателям мешаете. Да. Люди пришли слушать музыку и заплатили за это деньги. Пожалуйста, положайте, пожалуйста. Кожа, верхняя кожа у него сделана из кожи дикого горного козла. Это древние технологии, и все это давно делалось. И очень прекрасно есть легенда о том, как инструмент пришел к людям очень необычным способом. Человек, потеряв своего коня, очень долго горевал, и ему приснился сон, что конь разговаривает с ним на человеческом языке и просит сделать вот такой инструмент. Что он и сделал, конечно, и когда он начал на нем играть, по радуге спустился к нему целый табун лошадей. Таким образом, этот инструмент появился в народе. А следующая песня называется «Бай-тайга». Это огромная, большая тайга на западе Тулы. Она славится своей красотой и богатством этих мест. И человек, восхваляя ее, обращается к своим предкам, обращается к духам местности. Великая тайга «Бай-тайга». Ooh.